Здравствуйте всем, дорогие жители нашего прекрасного района, совхоз имени Ленина. Меня зовут Акмал Кадри. Работаю в нашем фитнес-клубе «Любви фитнес». Мы здесь привыкли, что мы живем как одна большая семья. Случилось не очень приятному случаю с одним из нашего члена семьи, Константин. Он наш коллег, наш друг и член нашей семьи в совхозе. Вы все его прекрасно знаете. Обращаюсь к вам, нужна ваша помощь. Если мы на данный момент не успеем его спасать, можно зайти к последний этап этого заболевания. И как вы увидите, как это выглядит, или название написано на эпикриз, читайте, и Google вам объясняет, что такое. Финансовый материал – это 15 дней на реабилитационный центр, 15 дней стоит почти 15 тысяч евро. Но, к сожалению, они попросили на курсе евро. Поднимать и спускать – это другой вопрос, не к нам. Вторая помощь от вас. Нужно собираться в кучу информации и знакомо, чтобы найти специалист. Это инфекциолог, который занимается серьезно инфекцией, серьезно хирургическим врачей, которые занимаются легко, третий невролог, четвертый реабилитолог, но это не самое сложное. Первые три значительно врачей, которые самое сложное найти именно специалисты на высокий уровень, потому что нашему Константин, у него очень тяжело. Вы увидите на видео и дальнейший пост, который вы увидите, как ему это тяжело. Я думаю, каждый из нас понимает, что мы все люди под Богом, и можно случиться у каждого сложный случай. Для этого мы есть люди, чтобы руки в руки и поддержали наша член семья. Я очень верю, что есть добрые люди и хорошие, как вы, которые именно вы, которые смотрите сейчас на этот видео. Случайно ничего не бывает, вы не случайно смотрели на этот видео. Я уверен, что Бог вас выбрал, чтобы видеть этот видео, потому что Он знает, что внутри вас добрая душа. Добрые люди, помогите нас. Вы с нами, мы с вами команда, один за всех и все за одного.